Put your flags up in the sky, juggling the world, and right on side to side, show the world where you're from. Александрович, число партнеров, число акционеров некоммерческого партнерства растет. Сегодня оно уже достигает почти 300. Для первого месяца достаточно неплохо. Чего вы ждете в ближайшее время от уже такого достаточно большого количества партнеров клуба? Да, ну, во-первых, не первый месяц, гораздо меньше месяца. И учитывая то, что идет, это чемпионата нет, идут проблемы. И я имею в виду проблемы в клубе, вы знаете, решения УЕФА и ФИФА. И с каждым днем члены партнерства, люди все прибывают и прибывают. То есть я хотел бы еще раз пригласить наше партнерство, еще севастопольцев, вообще в идеале как можно больше всех севастопольцев, кому не безразличен футбол и кому не безразличен наш город. Потому что я хотелось бы на фоне нашего клуба, который с гордым названием тоже носит Севастополь, и которым исполняется гимн Севастополя, объединить наших людей в Севастополе даже. Не могу не спросить о том, как вы в том числе, как члены некоммерческого партнерства и ваши коллеги по партнерству отнеслись к решениям, все-таки, которые вынес УЕФА не далее, как позавчера. Знаете, по большому счету, они даже где-то были, мне кажется, и ожидаемые, потому что вы видите, что по санкциям творят против России, и УЕФА пошло на поводу Запада, и также начали применять санкции. Это санкции, которые не вредят конкретно, там, очень сильно учитывая, что это Крым, там, российскому футболу, да, эти санкции направлены против того, чтобы сделать как можно больше недовольных людей в Крыму, сложившейся ситуации. Но я думаю, нас всегда проблемы только объединяли. Вот сегодняшнее партнерство – это только показатель. Потому что мы увидели по настроению людей в зале, в общем, как бы терпеть такую ситуацию никто не собирается. Ну, люди хотят идти к УЕФА и разбираться с УЕФА. И вопрос не стоит вообще, где нам играть. Мы должны играть в России. Об Украине кто-то говорит, там, в Украине вопрос даже этот не рассматривается. И не будет рассматриваться никогда, никем. И все члены партнера сегодня надушно сказали, мы хотим играть в России. И на каком основании нас решает этого права. А учитывая то, что Севастопольский клуб любителей спорта в 2012 году, 6 января, был одним из учредителей Футбольного Российского Союза. Мы его учредили, и правопреемник сегодня российской РФС является этой организацией. И нас, учредители, не допускают к играм. Но это, знаете, это, по крайней мере, бред. И УЕФА надо повнимательнее читать документы. Какие будут ближайшие шаги все-таки по этому поводу сделаны? Мы слышали уже о создании рабочей группы, которая в этом направлении начинает работать. Да, вы знаете, было принято решение, членами партнерства, людьми было принято обращение, решение провести воскресенье в 2 часа, в следующее воскресенье, 14 числа, на Нахимова, митинг в поддержку крымского и севастопольского футбола, обратиться с письмом для разрешения губернатору города для проведения данного мероприятия и собрать рабочую группу, которая будет заниматься данным вопросом. На этот митинг будут приглашены все севастопольцы,
и, насколько мы понимаем, еще из других городов. Вы знаете, вообще-то, конечно, в первую очередь, я лично рассчитываю больше на севастопольцев, но эта акция должна быть крымская, потому что мы, в принципе, в данном случае выступаем от лица футбола. Я еще, как и член, председатель координационного совета профессионального футбола в Крыму, это тоже вам хочу сказать, что мы не собираемся в одиночку бороться против данного решения. Я сегодня разговаривал и с Симферополем, и с Ялтой. Они тоже возмущены, конечно, поражены этим решением, которое вредит футболу, еще раз повторю. И мы будем приглашать к нам этот митинг со всех городов Крыма болельщиков футбола, которые приедут поддержать наше обращение. Ну и, наверное, это не только города, где есть профессиональный футбол, это и должны быть, наверное, и Евпатория, и Керчь, и другие города, да, в которых... Да. Ко всем тоже... городам. Это и Гвардейска, в котором есть хорошая команда, и, вы знаете, чемпион Крыма. То есть ко всем любителям и Крыма, и жителям неравнодушным к футболу. Прошла очередная встреча, не будем говорить, как она там по счету, главное, что по количеству болельщиков мы увидели прибавление значительное в вашей семье некоммерческого партнерства. Ну и чего, собственно, удалось на этой встрече достигнуть? Ну, самое главное, мы увидели, что людям не безразличен футбол Севастополя, не безразличен севастопольский клуб, наш клуб. А это значит, что вся наша работа, которую мы делаем, она не напрасна. И в той ситуации, в которой мы оказались на сегодня, в статусе непонятном, будет профессиональный клуб, не будет профессиональный клуб. Именно поддержка людей снизу, уверен, может, это, возможно, единственный шанс сохранить в нашем городе профессиональный футбольный клуб. И то, что народ пришел сегодня, нас поддержал своими, в том числе, решениями, попыткой сделать какие-то акции, шаги, созданием рабочей группы. Уверен, что все вот эти попытки дадут какой-то результат. Да? Народ должен быть услышан. Потому что футбол – это не просто 11 человек, которые бегают по полю. А болельщики, зрители – это неотъемлемая часть этого действа. Я надеюсь, что люди в Российском футбольном союзе, в УЕФА, все-таки услышат призыв и наших болельщиков. И одно из решений – это пригласить на совместную акцию болельщиков других городов Крыма и совместно показать Российскому футбольному союзу, УЕФА, что футбол в Крыму и Севастополе должен остаться, должен быть жив. То есть в эту рабочую группу, как мы понимаем, входят не только, или, скажем, не столько работники клуба, сколько простые болельщики севастопольские? Конечно, потому что эта рабочая группа, она рабочая группа некоммерческого партнерства. А здесь мы все равны, здесь нет работников клуба, не работников. Самое главное, что люди, которые входят в некоммерческое партнерство, они хотят сделать что-то для своего клуба. Это и работники, и простые болельщики, и наиболее инициативные люди, они вошли в рабочую группу для того, чтобы придумать что-то, чтобы мы были услышаны.
Какие-то ближайшие акции уже можете озвучить, которые было сегодня на собрании решено провести? В следующее воскресенье, пока это предварительная информация, но при согласовании в горадминистрации можно говорить, что в следующее воскресенье в 14 часов будет собрание, ну, митинг, наверное, неправильно, давайте говорить, собрание на площади Нахимова с призывом к Российскому футбольному союзу, УЕФА, оставить в городе Севастополе и в Крыму в целом профессиональные футбольные клубы, которые могли бы участвовать в профессиональных соревнованиях. Это то самое мероприятие, о котором вы говорили, с привлечением жителей, болельщиков других городов Крыма? Совершенно верно. То есть приглашаем всех в воскресенье в 14 на Нахимова? Да, добро пожаловать, приходите на Нахимова, на площадь Нахимова, поддержите крымский футбол, севастопольский футбол, и давайте всему миру покажем наше единение и сделаем так, чтобы профессиональный футбол в Крыму и Севастополе был жив.